Друзья мои, всем привет! В общем, у меня родилась такая идея. Скорее всего, она появилась у меня уже лет много назад. В общем, сейчас я решил ее реализовать. С каждым проектом, когда я начинаю новый объект, я хочу для вас снимать видео ежедневные, которые будут показывать процесс работы, как проходит работа, какие работы мы выполняем и какие технологии мы применяем. И какая последовательность должна быть при выполнении всех этих работ. Потому что многие заказчики, они не знают всех тонкостей в этой работе и зачастую просто совершают глупые ошибки и грубые ошибки, кстати, когда приглашают мастеров, а мастера, тоже не понимая, что они делают, делают тяп-ляп, и потом уже приходим мы и начинаем это все переделывать, и заказчики, получается, тратят снова деньги. Поэтому сейчас, начиная с этого объекта, я буду делать ежедневное видео, буду их выкладывать на канале Перестройка 116, вы смотрите, там будут все работы, которые мы выполняем за день. Будет также закупка материалов, какие материалы мы выбираем, будут советы, будут рекомендации для того, чтобы вы, мои подписчики, друзья, клиенты, были в курсе всех дел, которые происходят на стройке. И впредь, в будущем, не совершали никаких ошибок, и у вас всегда ремонт проходил гладко и чисто. Поэтому смотрим, подписываемся, лайкаем, комментируем, задаем вопросы. На основании этих вопросов я еще буду делать дополнительные видео для того, чтобы вы получали ответы и могли делиться этими ответами в будущем со своими друзьями. В общем, как-то так. Смотрим видео. А я приехал в Леруа Мерлен за покупками. Итак, нам нужны сегодня будут маяки, которые мы возьмем. Есть два вида маяков. Это у нас десятка и шестерка. Будем брать шестерку для тонких слоев. Будем сегодня выставлять маяки в ванной комнате. Это тоже работа, о которой мы периодически не рассказываем, потому что, ну, об этом просто нечего сказать. Поэтому мы покажем в этом сериале. Поехали! Итак, сейчас мы будем заниматься тем, что очистим стену от остатков гипсовой штукатурки. Здесь вот после демонтажа остались небольшие шишки, которые мы сейчас тоже собьем перфоратором. И потом с помощью черепашки вот таким вот образом зачистим стену. Эту, также эту. Но тут предварительно еще нужно будет снять гипсовую штукатурку. И вот эти две. Продолжаем работу по очистке стен от старой штукатурки, потому что нам нужно знать, какое основание у нас будет под плиткой. Так как здесь штукатурили мастера, о которых мы ничего не знаем, мы не знаем, какую подготовку они сделали, грунтовали они стены перед нанесением штукатурки или нет, какую штукатурку они здесь использовали, мы тоже не знаем. Поэтому, чтобы качество у нас было на высоте, нам нужно сделать подготовку основания под плитку самим. И где у нас будут мокрые зоны, там использовать гипс тоже не рекомендуется. Мы это будем делать цементной штукатуркой и делать будем еще гидроизоляцию. Вот. Поэтому мы чистим стены. Такие дела. А здесь вот у нас вот полотенцесушитель, который нам уже мешает, и мы его можем спокойно снять. Потому что у нас здесь есть краны, и это радует. Застройщик позаботился о том, чтобы мы смогли спокойно демонтировать полотенчик без ущерба для основного стояка. Но почему-то я тут смотрю и наблюдаю то, что у нас отсутствует компенсатор на стояке, и вот у нас вот труба вот так вот выгнулась. Это плохо.
компенсатор должен быть. Почему-то здесь он есть, а вот здесь вот его нет. Основной стояк горячей воды, отсутствует компенсатор. Кстати, вот если смотреть по другому санузлу, вот у нас два стояка идут, это горячая и подача, и обратка. Здесь на обоих стоит компенсатор. На холодной воде компенсатора нет. Ну и в принципе он тут и не нужен. Потому что на горячей воде у нас труба расширяется. Если она ей расширится, расширяться некуда, она изгибается как змея. На холодной воде нет расширения, поэтому ее устанавливают без компенсатора. Да, кстати, вот эту вот канашку мы еще будем делать шумоизоляцию на ней, для того, чтобы соседи... Мы не слышали, как соседи пользуются канализацией. Вот. И здесь тоже, вот обратите внимание, видите, гипсовая штукатурка нанесена. И, как всегда, наносят бетоноконтакт на стену. На бетонную стену нанесли бетоноконтакт. И смотрите, что происходит. Вот видите, вот я снял кусочек штукатурки, на который был нанесен бетоноконтакт. И он спокойно отошел от стены. То же самое может и произойти после того, как ремонт закончился. И представьте, вся вот эта ваша стена начнет бухтеть. И это эта стена. Поэтому, чтобы такого не происходило, нужно чистить все до основания и заново делать уже по своей технологии. На то, чтобы спокойно можно было ответить за свою работу, а не за ту работу, которую выполнили для вас мастера, и вам пришлось потом еще от этого получать люлей. Вот, чтобы люлей не было, сделаем все правильно. Меня всегда интересовал вопрос, для чего вообще штукатурить стены таким слоем, причем вот полностью на вот этой стене один слой. Может, кто-то деньги хотел таким образом отмыть, либо материал списать. Ну, человек заплатил один раз за то, что мы сделали, потом заплатил второй раз за то, что мы ему сломали, и теперь заплатит третий раз за то, что мы вот эту стену будем переделывать. Для чего вообще вот эти первые два этапа, я не понимаю. То же самое вон с электропроводкой. Убираем, демонтируем и все заново. Подготовили основание, все загрунтовали, почистили. Вот, в общем, что было у нас в начале дня и что мы имеем сейчас. Вот такая вот у нас здесь картина. Теперь нам нужно установить маяки для того, чтобы сделать все стены наши, геометрию, углы, все, чтобы было у нас 90 градусов. Это нам нужно для того, чтобы результат у нас был соответствующий. Ну, в общем, как-то так. На этом мы, я думаю, на сегодняшний рабочий день закончим. Было много сделано. Продолжим завтра. Всем пока!